Сегодня у нас в гостях Мауро и Юля. А сегодня мы сидим с Мауро и Юлей. Это директоры библейской школы БСМ. Директоры библейской школы БСМ. Также являются нашими друзьями. Вы не рим здрауги. Мауро живет в Латвии уже больше 10 лет. Мауро живет в Латвии уже больше 10 лет. Когда он приехал, такой был молодой, худенький, маленький. Когда он отбрался, был такой яунц, смалкс. И он жил первый год у меня дома. Un viņš pirmo gadu dzīvoja pie manas mājas. Mēs vместе жили. Mēs kopā dzīvojām. Проходили этот путь тернистый вместе. Гаем шо цель копа. Да. Вот сегодня он будет делиться с нами. Он уже по-русски говорит. Viņš jau runā krieviski un dalīsies. Вообще он из Аргентины, да? Viņš vispār ir no Argentīnas. Я не знаю, сказал или нет. Es nezinu, vai teicu, vai ne. Вот из Аргентины. Он... Viņš ir no Argentīnas. Он когда приехал, только, ну, на своем там этом испанском. Viņš tur, kad atbrauc, viņš tikai tur savu spāņu. Ну ладно, еще по-английски он говорил. Un vēl bišķi angliski. Сейчас уже по-русски говорит. Bet tagad jau arī уже даже по-латышски может что-то сказать. Un jau arī latvijas kaut ko var pateikt. Вот, сегодня будет он по-русски говорить. Viņš šodien krieviski runās. Хорошо, я хочу с вами поделиться перед Мауро короткими мыслями. Es gribu ar jums padalīties ar tādām īsām domām pirms Мауро nāk. Когда у нас было Олег и Вероника Шилкины здесь. Когда мы были Вероника и Олег Шилкины шейт. Они сказали одну фразу. Винтейц вен фразу. Строй дом до бури. Цел сау нам пирмс ветрс. Строй дом до трудности. Цел сау нам пирмс грутибам. И Данута спросила, как строить дом. Un Danuta prasī, kā celt šo Я нам? Хочу с вами поделиться коротко об этой мысли. Un es gribu īsumā padalīties ar jums par šīm domām. Вы знаете, все мы строим дом. Ziniet, visi mēs ceļam māju. Дом – это наша жизнь. Un māja – tā ir šī mūsu dzīve. Мы все строим, мы идем учиться. Mēs ejam mācīties. Работать. Strādāt. Женимся. Precamies. Рожаем детей. Dzemdējam bērnus. И так далее. Un tā tālāk. Мы все строим свой дом. Mēs visi ceļam savu namu, savu māju. Вопрос, кто строит на чём свой дом? Jautājums ir tajā, kas uz ko ceļ šo savu namu. Иисус как-то сказал. Un Jēzus teica. Матфея, 7 глава. 7. Nodaļa. Прочитаем по-латышски только, да? Izlasīsim latviski. 7 глава, с 24 стиха. 24 панта. Давай. Tad viņš viens, kas šos manus vārdus dzird un dar, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Do konca. Kad lietus nāca un straumas plūda un vēja pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka tādēļ, ka tā pamati bija likta uz klints. Bet tik viens, kas šo namu manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam. Kas sam nav nāmu būvējis uz smiltīm, kad lietus nāca un straumas plūda un vēja pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka un posts bija liels. Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnies par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam var ne tāds kā, ne kā viņu rakstu mācītāji. Man ir vajadzīgi divi cilvēki, vai var? Davai, samai maladī. Paši jaunākie. Timotei. Timotejs un Paula. Два человека. Divi cilvēki. Тимофей. Timotejs. Строит свою жизнь. Būvē savu dzīvi. Строит свой дом. Būvē savu namu. Paula строит свою жизнь, строит свой дом. Paula būvē savu dzīvi, savu namu. Оба хотят замуж жениться. Abi grib apprecēties. Оба хотят получить профессию. Abi grib saņemt profesiju. Labu profesiju. Чтобы получать хорошую зарплату. Lai saņemt labu samaksu. Labi apprecētos. Хорошо родить детей. Labi dzemdēt bērnu. Это нормально. Visi mēs to gribam. Tas ir normāli. Положим, вот, Иисус говорит, есть два человека. Un Jēzus saka, ir divi cilvēki. Тимофей, тот, который Timotejs. Слушает слова Иисуса. Kas klausa Dieva vārdu. Un izpilda tos. И когда пришла трудность в его дом, Un kad, kad nāca grūtības viņa namam, viņa dzīve, он устоял. Viņš nostāvēja. Ну вот есть Паула. Un līd Paula. Тоже слушает слова. Arī dzird šos vārdus. Но не исполняет. Bet neizdara tos. Ай, что там слова Nepild. Иисуса? Ай, ko tur Jēzus vārdi? Строит свой дом, как хочет. Ceļ savu namu, kā vēlas. Из чего хочет. No kā vēlas. И пришел дождь. Un nāca lietus. Пришла проблема. Nāca problēmas. И дом разрушился. Un māja sabruka. Что такое дом? Kas ir šī māja? Это жизнь. Tā ir dzīve. Жизнь разрушилась. Dzīve sabruka. Этот человек. Šis cilvēks. Решил строить свой дом на словах Иисуса.
nolēma celt savu namu uz Jēzus vārdiem. Этот человек решил Šis cilvēks как захотел, как понял, как мама научила. Kā gribēja, kā saprata, kā mamma mācīja. И всё разрушилось. Un viss sabruka. Вы понимаете? Jūs saprotat? На чём мы строим нашу жизнь? Uz ko mēs ceļam savu dzīvi? На словах Иисуса? Uz Jēzus vārdiem? Или на своих чувствах? Vai uz savām sajūtām? На своём мнении? Uz savām домам? Знаете, многие строят свою жизнь на своём мнении. Ziniet, ka daudz ceļ nām uz savām domām. Всё разваливается. Viss sabrūk. Вся жизнь разваливается. Viss dzīve sabrūk. Денег нет. Naudas nav. Семья развалилась. Ģimene izdzjukusi. Дети не в церкви. Bērni nav draudzē. Но зато есть своё мнение. Bet ir toties savas domas. Не мнение того, что Иисус сказал. Nevis domas, ko Jēzus teica, bet savas. И всё разваливается. Un viss ir sabrūcis. Вы понимаете? Jūs saprotat? На чём мы строим свой дом? Uz ko mēs ceļam savu namu? Я коротко ещё посмотрю 1 Коринфянам. Un es vēl īsumā apskatīšu 1. Korintiešiem. 3. Glavā. 3. Nodaļa. 10. Stihā. No 10. Panta. Prečitāj, Guntas, pažalstā. 10. Do 13. No 10. Līdz 13. Pantam. Pēc man dotās Dieva žēlastības, es kā gudrs namdars esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats, lai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar likt vien to, kas jau ir likts, un tas ir Jēzus Kristus. Ja kāds ceļ uz šo pamatu no zelta, sudraba, dargakmeņiem vai arī no koka, siena vai salmiem, ik viens darbs kļūs redzams, tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī, un kāds ik viena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Un 14. Pants arī vēl. Ja kāds darbs, ko tas uzcēlis, paliks, viņš saņems algu. Каждый строит свою жизнь. Katrs būvē savu dzīvi. Этот человек решил строить на золоте. Šis cilvēks nolēma būvēt uz zeltu. Серебре. Sudrabu. Драгоценных камня. Dārgakmeņiem. Это значит слова Иисуса. Tas nozīmē uz Jēzus vārdiem. Другой решил строить на сене и соломе. Bet cits nolēma būvēt uz sienu un salmiem. Помните такой мультик «Три поросенка»? Atceries tādu multenīti «Trīs siventi»? Один построил дом из камня. Viens būvēja no ķieģeļiem. И пошел шторм, и он устоял. Un nāca šī vētra, viņš... А другие поросята построили там из сена и солома. Un pārējie divi tur būvēja no sienas un salmiem. Un atnāca vilks. Подул. Un uzpūta. И все развалилось. Un viss izjuka. И здесь написано. Un šeit rakstīts 13. Pantā. Каждого дела обнаружится. 13. Stih. Ja, ik viena darbs kļūs redzams. Придёт день. Pienāks diena. И будет видно, кто на чём строит свою жизнь. Būs, un tas būs redzams, ko uz katrs ir būvējis savu dzīvi. Sākumā tas nav ieraugams. Незаметно, кто на чём строит свою жизнь. Tas nav redzams, ko katrs uz kā būvē savu dzīvi. Bet pienāks diena un būs redzams. На чём строила Паула свою жизнь? Uz ko būvēja Paula savu dzīvi. Un kā mēs to redzēsim? Придёт огонь. Kad nāks uguns. Трудности. Грутības. Проблемы. Problēmas. Как мы реагируем? Kā mēs reaģēsim? На трудности и проблемы. Uz grūtībām un problēmām. Если я в день трудности сдался, всё бросил, Бога нет, я разочаровался, я строил свою жизнь на сене. Un ja šai grūtību dienā es būšu я сдался. Būšu padevies. Я разочаровался. Būšu vīlies. И так далее. Un tā tālāk. Обнаружится. Tad tiks noskaidrots. А человек, bet šis cilvēks. Он остался сильным в своей вере. Viņš vienalga paliks ticīgs savā, stiprs savā ticībā. Viņš būs stiprs savā pārliecībā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš būvēja savu dzīvi uz Jēzu Kristu. Un vēl precīzāk uz viņu vārdiem. Dargie, grūtā dienā grūta diena pienāks mums visiem. И тогда будет видно, кто на чём строил свою. Un kas būs redzams, kas uz ko ir būvējis savu dzīvi. Citiem vārdiem sakot. Пока у тебя всё хорошо. Kamēr tev viss ir labi. Пока ты никого не потерял. Kamēr tu neesi kaut ko zaudējis. Pока здоровье позволяет. Kamēr veselība atļauj. Пока язык позволяет. Kamēr
Мэл тебе ляуй. Пока жизнь позволяет. Камер дзиву тебе ляуй. Строй свою жизнь на правильном основании. Бувей саву дзиву с парейши памат. Потому что потом, когда приходит трудность, уже поздно строить свою жизнь. Тебе скат бриди, когда отнакши из грутибс, яу бус пар вэл бувей то. Когда потерял ребенка, поздно уже строить свою веру. Тад, когда ты эси заудаешь саву бэн, яу и грут, цел саву тицим. Когда заболел, поздно уже. Kad tu esi saslims, jau ir par vēlu. Пока всё хорошо. Kamēr visi labi. Знаете, у людей есть такая тенденция. Всё, спасибо, ребята. Paldies jums. У людей есть тенденция. Cilvēkiem ir tāda tendence. Пока всё хорошо. Kamēr visi labi. Бог мне не нужен. Dievs man nav vajadzīgs. Библию читать мне не нужно. Bībeli lasīt man nav vajadzīgs. Молиться мне не нужно. Lūkt man nav vajadzīgs. Мне же всё хорошо. Man jau visi labi. Но когда так пастор Андрей сказал... Ну, kādreiz mācītājs Andis teica, не всегда так будет. Не vienmēr tā būs. Не всегда так будет, церковь. Не vienmēr tā būs. У тебя все хорошо? Tev visi labi? Читай Библию. Lasi Bībeli. Прославляй Бога. Славей Dievu. Когда придет трудный день. Jo, kad nāks grūta diena. Ты будешь сильным. Tu būsi stiprs. Твоя вера будет сильной. Tava ticība būs stipra. Потому что в хорошие дни. Tāpēc, ka labās dienās. Ты решил... Не просто жить, знаете, вот так вот на пляже, а решил жить для Бога. Jo, šais labajās dienās tu nolēji vienkārši nedzīvot tā pludmalē, bet dzīvot pēc Dieva. Потому что злой день он покажет, кто на чём строил свою Tāpēc, жизнь. Tāpēc, ka šai ļaunajā dienā tiks parādīs, kas uz ko ir būvējis savu dzīvi. Есть деньги, жертвуй. Ir nauda, ziedo. Потому что это твоя гарантия завтрашнего дня. Tāpēc, ka tā ir tava garantija par rītdienu. Придёт трудный день. Jo nāks grūtas dienas. И проверится, кто на чём строил свои убеждения. Un tiks pārbaudīts, kas uz ko ir būvējis savus pārliecības. Amin. Я заканчиваю. Мауро, добро пожаловать. Мауро, laipni aicināts. Ну, доброе утро. Labrīt. Доброе утро, церковь. Очень приятно быть с вами сегодня. Labrīt, draudzi, ļoti patīkam būt ar jums. Jā, es arī varu runāt latvišu valodu mazliet. Amen. Aiziet. Jā, es Argentīna. Es esmu no Argentīnas. No, ja ļublu Latviju. Bet es mīlu Latviju. Ja čustu svijā doma izdies. Es jūtos šeit kā mājās. Uže 13 liet ja izdies živu. Jau 13 gadus es šeit dzīvoju. Paietamu, možno skazēt, šo Latvijā ir moja doma. Tāpēc var teikt, ka Latvija ir mans mājas. Da, mani žena, dieci izdies. Man ir sieva. Šo izdies, jest. Man ir sieva, bērns, šeit visi man ir šeit. Ja radicili doma v Argentīni. Vecāki ir mājās Argentīnā. Brāt. Brāvs. Jā. Draugi. No, они... я, конечно, скучаю по ним, да? Es, protams, skums pēc viņiem. Мне здесь хорошо. Bet man šeit ir labi. Как там было, Саша, пастор Александр? Kā tur bija mācītāji? Не, не. Александр. Что я был молодой и... Kad es biju jauns un tievs. Но надо было продолжение, да? Bet vajadzēja turpinājumu, jā. Я думал, что он сейчас скажет, что я толстый и старый, да? Es domāju, ka viņš teiks, ka es esmu jau vecs un resns. Ну, я не знаю. Bet es nezinu. Наверное, так было, да? Bet droši vien tā tas bija. Ну, мы были. Mēs tādi bijām. Неженати, да? Непрецēti. Бог благословил нас. Un tagad Dievs mūs ir svētījis. Да. Я скажу вам то, что вы уже знаете. Es jums teikšu to, ko jūs jau droši vien zinat. Вы молодцы. Jūs esat malači. Потому что я какое-то время назад я получил видео от вашего пастора. Tāpēc, ka kādu laiku atpakaļ es saņēmu video no jūsu mācītāja. Я видел, как это место выглядело, да? Un es redzēju, kā šī vieta izskatās. И сейчас выглядит вообще по-другому. Un tagad izskatās viss daudz savādāk. Nikak не узнавать это место, да? Nekādu pat nevar uzzināt. Что произошло здесь? Kas šeit ir noticis? Что вы делали, да? Ko jūs esat izdarījuši? Я не знаю, я не... Может быть, это просто желание. Varbūt tā ir vienkārši vēlēšanās. Я не пророк, поэтому не могу сказать, что это пророчество слово. Es neesmu pravietis, bet es nevaru teikt, ka tas ir kaut kāds pravietisks vārds. Но когда я смотрел, bet kad es skatījos apkārt, я подумал, es nodomāju, то, что вы здесь делали, tas, ko jūs šeit esat izdarījuši, это как раз то, что Бог хочет делать в ваших сердцах. Tas ir tieši tas, ko Dievs vēlas darīt jūsu sirdīs. Здесь я вижу преображение, да? Šeit es redzu pārmaiņas. Если кто-то здесь был, не знаю, год назад. Ja kāds šeit ir bijis gadu atpakaļ. И придёт сегодня. Un šodien atnāk šeit. Un не знает места. Viņš šo vietu nepazīst. Что здесь произошло? Viņš domās, kas šeit ir noticis. И так же будет с вами. Un tāpat arī būs ar jums. Через какое-то время.
Pēc kāda laika, varbūt nu, jau. Может быть, через какое-то время. Bet varbūt pēc kāda laika. Ваши родственники, друзья. Jūsu radinieki, draugi, jūs neuzzināt. Что случилось? Kas noticis? Бог преображает. Dievs ir pārmainījis. Amen. Но всегда есть но. Bet vienmēr ir šis slova no. Vienmēr ir šis bet. Да, слово но. А здесь был ремонт. Šeit bija remonts. Кому нравится ремонт? Кам патик ремонт. Я не люблю ремонт. Es не мил ремонт. Всегда там все грязное, да. Vienmēr viss netīrs. Мы делаем ремонт там в школе служения, где мы служим. Mēs taisam remontu šai skolā, kur mēs kalpojam. Каждое лето мы делаем ремонт, как раз студентов нет. Un katru vasaru mēs taisam remontu, jo tajā brīdī studenti nav. Два месяца назад мы начали туалет все, ну, ремонт делать. Mēs divas nedēļas atpakaļ sākām taisīt ремонт туалетов. То есть такое достаточно большое помещение. Mums ir pietiekami liela ēka, un tur ir piecas. И мы были в депо, я не... То есть это правда, перед Богом мы были в депо 6 часов. Un tā ir taisnība, mēs bijām pirms tam depo. Rekords. Vienkārši 6 stundas, un tas ir rekords. Искали плитку. Meklējām šo flīzes. Когда выбрали наконец-то плитку. Un kad beidzot izvēlējāmies flīzes. Хотим эту плитку. Mēs sakām, gribam šo flīzes. 80 квадратметров, да? 80 квадратметров. А, 80, не. А что вы строите, гостиницу? А кое вы тут целят виесницу? Не, нет, у нас такого количества нет. Не, мы стад, нау тад пал. Ладно, давай, смотрим еще. Ну, лапс, как ты мне стал? Эту хотим, вот. Грибам еще полчаса. От вел полстунда. 80 метров, не, у нас нету такого. 80 квадратметров, не, нау. И мы в конце сказали, скажите нам, покажите нам. Мы с бегас тейцам, и тогда мы можем выбирать, да, да. Kur так мы сварим извелем, ну там мы сварим издали. Ну долго мы там были. Un и ilgi mēs tur bijām. До сих пор ты заходишь в школе и un... есть пыль везде, везде, да. Un tu tagad ies skolā un joprojām ir šie putekļi, jo remonts. То есть если вы хотите пережить преображение Бога, может преображение. Gribat piedzīvot šos Dieva pārvērtības. Будет ремонт. Būs remonts. Будет неприятно. Būs nepatīkami. Будет пыль. Būs putekļi? Да, будет, ну, да, не, не все на месте будет. Viss nebūs tā, ka stāvēs uz vietu, bet viss būs no, otrā. Это хороший знак. Это tas... значит, что есть, Бог работает. Bet tā ir laba zīme, tas nozīmē, ka Dievs strādā. Когда я говорю так, всегда мне утешают. Un, kad es runāju tā, tas man vienmēr mierina. Мне говорят, ремонт нельзя закончить, его только можно остановить. Ремонту nevar apturēt. Nē, ремонту nevar beigt, bet viņu var apturēt. И так же с Богом. Un tāpat ir ar Dievu. Да, его ремонт в нашей жизни нельзя как-то закончить. Да? Viņu, всегда будет. Viņa ремонт mūsu dzīvēs to nevar его можно остановить. Избегt. Viņu tikai var apturēt. И мое желание для вас. Un mans novēlējums jums. Чтобы вы не остановили его. Ремонт. Lai jūs neapturētu viņu ремонт. Что все, что вы сделали здесь. Viss, ko jūs darat šeit. Чтобы вы позволяли Богу также сделать это в ваших сердцах. Lai jūs ļauties to tāpat to darīt jūs dzīvēs, jūs sirdīs. Amen. Amen. Но это не моя проповедь. Tā nav man. Это просто желание. Это tas vienkārši tāds novēlējums. Когда я там молился, смотрел. Kad es tur lūdzu, skatījos. Очень уютно, приятно быть здесь. Man liekas, ir ļoti patīkami tas viss. Un, конечно, когда там есть Божье присутствие, то хочется обратно, да? Un, kad šeit ir Dieva klātbūtne, tad gribas atpakaļ. Мы с женой служим в Ozolniekach. Mēs ar sievu kalpojam Ozolniekos, Bībeles skolā. Я считаю, что, я так думаю, что вы уже знаете о школе. Es tā domāju, ka jūs jau zināt par šo Tamu skolu. Tāpēc, ka vaši pastori ne ļūbīt školu. Tāpēc, ka jūs mācītāji tie mīlis. Vaši pastori učilsi, kakoto vremie nazad. Un kādu laiku atpakaļ jūs mācītājs arī tur mācījās. Я не скажу, что много лет назад, потому что это звучит, как будто ты старый уже. Es neteikšu, ka daudz gadus atpakaļ, jo tas skan tagad izklausītos, ka tu būtu vecs jau. Они служили в колледже. Bet viņi kalpoja, viņi arī kalpoja koledžā. Un mēs ilgojamies pēc viņiem. Но мы рады видеть, что Бог продолжает их использовать здесь. Bet mēs priecājamies redzēt, ka Dievs turpina viņus lietot šeit. Так что вам повезло. Tā kā jums ir paveicies. Я только могу сказать, что всегда я говорил, что школа служения – это программа. Vienmēr esmu teicis, ka skolas
Так как калпошина, да, из школы с программой. Наша школа – это программа, которая длится один год. Мус школа и программа, которая ilgst vienu много gadu. Предметов. Мус ир дауд спрекшмати. Учитель из других континентов, из других стран. Мус ир школотай на дажадим континентам, валстим. Но я сейчас говорю по-другому. Бет шоден эс тейкшу савадак. Я понимаю, что это, наверное, не все. Эс тейкшу, ка тас нау вис. Потому что для меня школа служения – это не просто программа. Priekš manis šī kalpošanas skola nav vienkārši programma. Это место. Tā ir vieta. Знаете, в программе не бывает атмосфера. Programmā nav tādas atmosfēras. Атмосфера только бывает там, где, ну, в каком-то месте. Atmosfēra var būt tikai kādā vietā. Здесь хорошая атмосфера. Šeit ir laba atmosfēra. В этом месте, да? Šajā vietā ir laba atmosfēra. И школа служения для меня тоже как место. Un šī kalpošanas skola priekš manim arī kā... Особенная атмосфера. Šī kalpošanas skola priekš manim arī ir kā atmosfēra, kur ir laba atmosfēra. Это могут подтвердить те, кто учился в колледже, да? To var apliecināt šie cilvēki, kas ir mācījušies šajā koledžā. И те, кто служили. Un tie, kas ir kalpojuši tur. Поэтому, как говорил сегодня ваш пастор, tā kā teica šodien jūs mācītājs, никогда не поздно. Nekad nav par vēlu. И никогда рано. Un nekad нав par ātri. Vai par pārāk ātri. Если вы ждите, пока все сложится, пока все будет, да, как раз, чтобы вы могли учиться, никогда не будете учиться. Ja jūs gaidiet, kad kaut kādi apstākļi sakritīs, un jūs nekad tur Надо nesāksiet mācīties. Надо принимать решение, и как хорошо, что за вами будет церковь, которая молится, поддерживает вас. Tāpēc ir jāpieņem lēmums, un ir labi, kad arī jums ir draudze, kas var lūgt par jums. Un... Поэтому я говорю, что вам повезло. Tāpēc es jums saku, ka jums ir paveicies. Так что еще месяц есть... Tāpēc vēl mēnesis ir. Да, и если вы хотите, я знаю, что это требует такое довольно большое жертва. Это один год, надо все оставлять. Un, ja jūs gribat, es zinu, ka tas prasa zināmus upurus, ka tas ir viens gads un daudz, kas ir jāatstāj. Nu, это того стоит. Bet ir tā vērts. Не жалеете. Не пожалеете. Jūs to nenožēlosiet. Да? Ja? Амин. Спасибо. Амин. Ну, пастор сказал амин, значит... Мацитайс тейц амен, тадад... Все, мы ждем вас. Мэс гайдам юс. Хорошо, сегодня у меня такая тема, или название проповеди. Шодин мани тада тема, я святрунс носаукумс. Дом мили, мили дом. Маэс, мидас, маэс. Вы слышали эту фразу, да? Я садзирдаю шо фразу. Дом мили дом. Маэс, мидас, маэс. Когда я был маленьким, когда я был мазинч, много лет назад. Даудз, даудз гадус отпакать. Вы знаете, у нас не было телефона. Mums nebija telefona. Vai pomisi, kad nebija telefona? Kad nebija telefona. Da? Va što mēs igrali, da? Da. Ko mēs spēlējām? Nu, nam nebija, nu, skučna. Bet mums nebija garlaicīgi. Mums da, nu, našli, da, čem zanimāca. Mēs vienmēr atradām, ar ko nodarboties. I ja igrāju na ulici. Un es spēlēju uz ielas. Šeit igrāju vo tak, da? Šobrīd bērni spēlē šādi. Компьютере, в телефоне, да? Телефона, датора. Но мы когда-то играли на улице. Bet mēs kādreiz spēlējāmies uz ielas. И у меня дома был киоск. Был такое окна, прямо на улице киоск был. И мы там продавали. Un mums uz ielas bija tāds uztaisīts tāds kiosks. Tieši uz ielas, un mēs tur tagad maz biznes. И там моя мама работала. Un tur mana mammas... целый день. Man mamma strādāja visu dienu pārdeva. Slidīla za mnoj, da? Što ja tam dēlēju. Un pie reizes skatījās, vēroja man, ko es daru. I každi večer, kada uže timnēla. Un katru vakaru, kad jau satumsa. Ja znal, što ja uslišu jejo golas. Es zināju, ka es sadzirdēšu viņas balsi. Čeris agno. Cauru šo logu. Mauro! Mauro! Parā domoj! Laiks mājās. Vsio. Mauro, a casa. A casa, pora domoj. Casa je dom. Laiks mājās. Vsio, pora domoj už. Laiks ir mājās. Ja znala, što ja už saigrался, da? Un es saprotu, es esmu jau aizspēlējies jau, un laiks ir mājās iet. Может быть, сейчас вы не понимаете, о чем я говорю. Varbūt jūs šobrīd nesaprotat, ko es runāju. Я в конце вы поймете. Bet pašās beigās jūs sapratīsiet. Давайте прочтем одно местописание. Izlasīsim vienu rakstuvietu. От Иоанна, Евангелие от Иоанна. Jāņa evaņģēlijas. 14. Глава. 14. Nodaļa. 27. Стих. 27. Pants. Иисус говорит. Jēzus saka. Я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь.
Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūks un neizbīstas. Я знаю, что на латышском нет. Не знаю, такого. Но... Латвийский нау та. По-русски получается каша чуть-чуть. Бет, кривис сына не дал столько Потому что Иисус говорит, я даю вам мир, не как это мир, но и там слово мир повторяется. Если мы говорим мир, значение. Сау мир, бет, тур шис варц мир, тур откартуясь кривис. Но Иисус говорит, я даю вам покой, да, мир, покой. Я еще как если мы говорим мир, И так, когда мы читаем это местописание, Un, kad mēs lasam šo rakstu vietu, я думаю, что мы сразу понимаем, что есть два, как минимум два вида покоя, да, или мира. Mēs saprotam, ka ir divi veidi šie mieri. Да, мир, который Иисус дает. Мир, ko dod Jēzus mums. И мир, который мир, вот это pasaule, мир дает. Ja, un miers, ko dod mums šī pasaule. Да. Я задавал себе такой вопрос, такие вопросы. Un es sev uzdevu šādus jautājumus. Когда люди в этом мире чувствуют покой? Kad cilvēki šajā pasaulē saņem šo mieru? Как выглядит покой, который дает этот мир? Kā izskatās šis miers, ko dod šī pasaule? Итак, обычно, когда имеем стабильность. Parasti tas ir tad, kad ir kāda stabilitāte. Когда в нашей стране покой, мир. Kad mūsu valstī ir miers, когда в наших финансах есть стабильность. Kad mūsu finansēs ir stabilitāte. Поэтому мы все молимся за работу, хорошую работу. Tāpēc mēs visi lūdzam par darbu, par labu darbu, хорошую зарплату. Mēs, protams, gribam visi labu samaksu, un tas nav slikti. Это даёт нам стабильность. Jo tas dod mums stabilitāti. Мы знаем, что мы у нас будет определённое количество деньгах, да, Мы знаем, как у нас будет снотекс даудзум снаудас. Зарплата в конце месяца, и мы можем заплатить все. Да, Менедж бейгас у нас будет снаудас, мы варесим самаксат, он та и ши стабилитат. Когда в нашей семье есть стабильность. Когда мус димене ир стабилитат. И так далее. Он та талак. Когда все вокруг нас спокойно, мы чувствуем мир. Когда мус апкарт виси ир картиба, мы сьютам мир. Знаете, у нас дети. Мус ир бэрни. Двое детей у нас. Мums ir divi bērni. Такие шумные. Тади скали. У них много энергии, конечно. Viņiem ir daudz enerģijas, protams. Два года, пять лет. Divu gadu un pieci gadi. И они дома играют иногда, как они как музыканты. Ну, я играю на гитаре, может быть, я виноват. Viņš ir mājās spēlē tā kā muzikanti. Ну, spēlē ģitāru, varbūt es pie tās vainīgs. Купили им там такой маленький барабанчик. Un nopirkā viņiem tur maziņas tāds bundziņas. Un kāpēc, Vai kādā nebūtu kupili dietim igrušku, потом думали, зачем? Jūs esat kādreiz nopirkuši bērniem izņēt, da? Instrumentu kādu, un pēc tam mantu, un domājot, kāpēc, un gribot atņemt viņam to. Ja viņi igrājot silna, da? Un viņi tur stipri spēlē uz viņiem. Nu, kādā viņi v sadike? Bet kad viņi ir bērni dārzā? Oj. Мы дома, и никого нет. Mēs esam mājās, un neviena nav. Мы чувствуем покой. Mēs jūtam mieru. Когда все вокруг тихо. Никто не кричит. Когда мы невинс не клеится клусумс, невинс не скрывает. Можно спокойно, да. Вар мирить. Но вы знаете, это покой, который этот мир дает. Знаете, это та это мир, который дает ши пасау. Это не такой, не тот покой, который обещал нам Иисус. Та снова та мир, который обещал Иисус Иисус. Потому что покой, который обещал нам Иисус. Та ведь когда мир, который обещал Иисус Иисус. Не зависит от обстоятельств. Tas nav atkarīgs no apstākļiem. Un даже не связан с нашим с нашим окружением. Viņš pat nav saistīts ar mūsu to apkārtējo vidi. Это два разных канала. Tie divi dažādi tie kanāli, ne? Boži mir. Dieva miers. И наши обстоятельства. Un mūsu apstākļi. Они не пересекаются. Viņi nekrustojās. Если они пересекаются. Ja viņi kaut kur krustojās. Значит, этот мир не был от Бога. Tad šis miers nav bijis no Dieva. Если вы мне верите, не верите, вернее, если вы мне не верите, ja jūs man neticat, попробуйте сохранить покой, pamēģināt saglabāt mieru, и одновременно читать или смотреть новости. Un vienlaicīgi lasīt vai skatīties ziņas jaunumus. У вас получается? Jums sanāk? Мы смотрим новости, да? Мы скатимся явному. И думаем, что творится в этом мире. Мы думаем, как снотек шай пасал. Все, потеряли покой. Весь этим позаудаем, что мир. Если мы теряем покой, когда читаем или смотрим новости. Я мы позаудаем, что мир ласот, вы скатываете зинис явному. Но значит этот покой мы получили от мира, не от Бога. Это сана, когда мы сесам, что мир, саняем, что пасал, не от Бога.
Потому что Иисус говорит: «Я даю вам мир». Tāpēc, kad Jēzus saka, es dodu jums mieru, nu, kā ētat mieru dāvāt. Bet ne kā šī pasaule dod jums. Tātad, s čiem vjāsana pakoj, katori Iisus dājot nam? Ar ko ir saistīts šis miers, ko dod mums Jēzus? Хорошо, он не связан с нашим окружением, обстоятельства. Viņš nav saistīts ar to. S čiem vjāsana? Ar šo apkārtējo vidi, kas mums apkārt ir, tad ar ko viņš ir saistīts? Он связан с нашей душей. Viņš ir saistīts ar mūsu dvēseli. Konkrētnā, divas lietas. Kakoje jejo sastojanie? Kāda ir viņas stāvoklis? I kde ona nahodica? Un kur viņa atrodas? Ja ba etam budem govorit chuchut. Un par to mēs runāsim nedaudz. Kakoje to vremya nazad ja čital odnu interesnuju knigu. Kad laika atpakaļ es lasīju interesantu grāmatu. Na angliskam. Angļu valodā. Pod nazvaniem. Ar nosaukumu. Kak tvoja duša? Kā ir ar tavu dvēseli? То есть как у твоей души дела? Kā klājas tavai dvēselē? И у меня для вас этот вопрос сегодня. Un man šodien ir šis jautājums jums šodien. Как дела у вашей души? Kā klājas jūsu dvēselē? На самом деле мы не слышим такой вопрос, ну, часто. Ну, vispār mēs nedzirdam šādu jautājumu bieži. Не привыкли слышать. Mēs neesam pieraduši tādu dzirdēt. Что у нас спрашивают, как дела у нашей души. Kad mums kāds jautā, kā klājas mūsu dvēselē. Мы привыкли слышать, как у тебя дела. Mēs esam pieraduši dzirdēt, kā tev. Тогда мы смотрим вокруг. Tad mēs skatāmies apkārt. Вокруг. И думаем, un да, домаем. У меня хорошо. Jā, man ir labi. Есть работа. Ir darbs. Есть здоровье. Ir veselība. И семья, в семье все хорошо. Un ģimenē visi labi. Un smotrim vakrūk. Un skatāmies apkārt. Но вопрос, как у твоей души дела? Bet jautājums, kā klājas tavai dvēselē? Он более глубокий, да? Viņš ir tāds daudz dziļāks. И опасный тоже. Un arī bīstamāks. Потому что он составляет нас задуматься. Tāpēc, ka viņš liek mums aizdomāties. Потому что на самом деле намного легче смотреть вокруг, чем внутри. Tāpēc, kad ir daudz vieglāk skatīties apkārt, nekā sevī pašā. Он составляет нас задуматься. Viņš liek mums aizdomāties. Не можем на него ответить быстро. Uz šo jautājumu mēs nevaram atbildēt ātri. Мы его боимся. Mēs viņu baidamies. Потому что он раскрывает настоящих нас. Tāpēc, kad viņš atklāja īsto, kas mēs esam. Который находится внутри. Kas atrodas mūsos. Вопрос, как у твоей души дела? Jautājums, kā klājas tavai dvēselē? Смотрит сквозь твою внешнюю улыбку. Tas skatās... Cauri. Cauri tavu iekšējo smaidu. Mēs здесь все любаемся, да? Mēs visi šeit smaidam. Но когда кто-то спрашивает, как у твоей души дела? Bet kad kāds prasa, kā klājas tavai dvēselē? Это идёт сквозь твою улыбку. Tas iet cauri tavu iekšējo он смотрит на твоего внутреннего человека. Viņš skatās uz tavu iekšējo cilvēku. И это нам некомфортно. Un tas mums nav, mēs nejūtamies ērti. Может быть, потому что там ремонт идёт. Varbūt tāpēc, ka tur iet kāds remonts. Полное название этой книги, которую я читал. Pilns nosaukums šai grāmatai, ko es lasīju. Как твоя душа? Kā jūtas tavu dvēseli? Почему всё, что имеет значение, начинается внутри нас? Kāpēc visam, kam ir nozīme, sākas no mums iekšā, nu, iekšā no mums? Всё, что имеет значение, viss, kam ir kāda nozīme, внутри нас. Sākas mums iekšā. Как насчёт нас? Kā ir ar mums? Начинается ли всё, что имеет значение в нашей жизни, внутри нас? Vai viss, kam ir kāda nozīme mūsu dzīvē, tas sākas no mums? На что мы обращаем больше всего внимания сегодня? Uz ko mēs vēršam visvairāk uzmanību šodien? На то, что происходит вокруг нас. Uz to, kas или notiek нас. Apkārt mums, vai tas, kas notiek mūsos? Для многих людей самое важное. Daudziem cilvēkiem pats svarīgākais. Имеет квартиру. Ir iegūt dzīvokli vai māju. Хорошую работу, как мы говорили. Labu darbu, kā mēs jau runājam. Может быть, хороший статус. Есть такое слово, да, статус. Ir varbūt labu tādu statusu, ir tāds vārds. Для кого-то очень важно, что других думают. Kādam ir ļoti svarīgi, ko citi domā. И так далее. Un tā tālāk. Но даже если мы имеем всё это, bet pat ja mums ir tas viss, но нашей душе плохо, bet mūsu dvēselē ir slikti, то нам плохо. Tad mums arī ir slikti. Мы не можем быть счастливыми. Mēs nevaram būt laimīgi.
И даже когда у нас ничего нет, un arī pat tad, kad mums nekā если nav, у нас ничего нет, un, ja mums nekā nav, но нашей душе хорошо, bet mūsu dvēselē ir labi, то мы счастливы. Tad mēs esam laimīgi. Хорошо, а что такое душа? Labi, kas ir dvēsele? Да, у меня очень много вопросов. Да. Mums daudz, man ir daudz jautājumu. Поняли. Kā jūs saprotat? Что такое душа? Kas ir dvēsele? Моя душа – это центр того, кем я являюсь. Mana dvēsele ir centrs tam, kas es esmu. Это внутренний я. Tas ir iekšējais es. Это настоящий я. Tas ir īstais es. Невидимый я. Nevis redzamais es. За пределами моего тела. Bet aiz manas ķermeņa robežām. Tā часть моя, которая будет жить вечно с Богом. Tā ir tā daļa, kas dzīvos mūžībā ar Dievu. Смотрите, я читал эту фразу какое-то время назад. Ласил шо фразу, когда до сих пор я читаю, потому что каждый, ну не каждый день, но часто. Я вел проем ласу виню не каждый день, но потому что об этом говорить. Тебе это хорошо, ты грунац. Слышите, а я не возьму с собой ничего из этой жизни. Я сел лиц не понимаешь, не корнош из дивис. Кроме человека, которым я стал. Только то человеку, по которому я сам клюсь. Скажу еще раз. Patiek šoreiz. Я не возьму с собой ничего из этой жизни. Es līdz nepaņemšu no šīs dzīves neko. Кроме человека, которым я стал. Izņemot to cilvēku, par kuru es esmu kļuvis. Я подумал, да, это моя душа. Un es padomāju, jā, tā ir mana dvēsele. Кому здесь нравится стабильность? Kuram šeit patīk stabilitāte? Всем. Всем нравится. Нравится стабильность. Mums visiem patīk stabilitāte. Я скажу вам секрет. Es atklāšu jums noslēpumu. Я люблю стабильность, конечно. Man patīk stabilitāte. И поэтому я не люблю летать на самолете. Un tāpēc man nepatīk lidot ar lidmašīnu. Я не люблю, потому что вы когда-нибудь были на самолете? Jūs esat kādreiz bijuši lidmašīnā? И когда-нибудь был шторм? Un ir bijuši kādreiz vētra? Как это? Турбулентность, да? Kā tas ir turbulence? Вы знаете, что... Это опасно. Jūs zināt, ka tas ir bīstami. Бывает чуть-чуть. Gadās, kad ir nedaudz. Бывает сильно. Un gadās, kad ir ļoti spēcīgi. Прямо как на как яма, да? Liekas tā kā bedre. Я когда-то сказал, я никогда не буду на самолёте летать. Es kādreiz teicu, ka es nekad nelidošu ar lidmašīnām. Ну вы как понимаете из Аргентины. Нет другого варианта. Jūs kā saprot, no Argentīnas nav vienkārši citu variantu. Поэтому никогда не говорите никогда. Tāpēc nekad nesakiet nekad. И когда есть вот шторм, un kad ir vētra, я молюсь как никогда. Es lūdzu kā nekad. Боже мой. Dievs. Помоги мне. Palīdz man. И так как мы ищем стабильности в нашей жизни. Un tā kā mēs meklējam stabilitāti mūsu dzīvē, то и наша душа также ищет стабильность. Tāpat arī mūsu dvēsele meklē šo stabilitāti. Вы понимаете, наша душа ищет стабильность. Mūsu dvēsele meklē stabilitāti. Не только мы. Не tikai mēs. Но наша душа, наша внутренняя жизнь. Mūsu dvēsele, mūsu iekšējā. Я спрошу вас еще раз. Un es vēlreiz jums uzdošu jautājumu. Как дела у вашей души? Kā klājas jūsu dvēselē? Имеет ли ваша душа ту стабильность, которую дает Бог? Vai jūs dvēselē ir šī stabilitāte, ko dod Dievs? Имеет ли она ту стабильность, которую она так жаждет? Vai viņai ir šī stabilitāte, pēc kā viņa tik ļoti ilgojas? Наша душа как планета. Mūsu dvēsele ir kā planēta. Знаете, планеты должны вращаться вокруг чего-то большего. Планētai ir jāriņķo apkārt kaut kam daudz lielākam. Они постоянно ищут, да? И нашли и вращаются. Viņi visu laiku uz riņķi atgriežas atpakaļ. Так же наша душа. Tāpat mūsu dvēsele. Хочешь ли этого или нет? Знаешь ты это или нет? Gribi to vai negribi, zini to vai tu nezini to. Твоя душа вращается. Bet tava dvēsele vakrug čivota. Riņķo kaut kam apkārt. И, конечно, возникает вопрос. Un, protams, rodas jautājumi. Вокруг чего или кого? Твоя душа вращается сегодня. Kam vai kur viņa apkārt, kam lidinās apkārt? Потому что мы все хотим быть счастливыми, как Tāpēc, я сказал. Kā jūs teicu, mēs visi gribam būt laimīgi. И на самом деле счастливые люди имеют стабильную душу. Un šie laimīgie cilvēki, viņiem ir stabila šī dvēsele. Нам необходимо иметь эту стабильность. Un mums arī visiem ir vajadzīga šī stabilitāte. Хорошо, а как? Labi, bet kā?
Как мы можем иметь эту стабильность? Как мы можем иметь эту стабильность? Вы помните, что я говорил вам сначала? Jūs atceries, ko es teicu jums pašā sākumā? Покой, который Иисус дает нам, kad мир, ko Jēzus dod связан с нашей душой. Ir saistīts ar mūsu dvēseli. Конкретно две вещи. Конкретāk divas lietas. Какое у нее состояние? Kādā stāvoklī viņa ir? И где она находится? Un kur tā atrodas? Наша душа может быть стабильна только тогда, когда она дома. Mūsu dvēsele var būt stabila tikai tad, kad viņa atrodas mājās. Потому что только Бог может дать ей покой. Jo tikai Dievs var dot viņai šo mieru. Мы очень, ну, я как миссионер. Es kā misionārs. Очень часто куда-то езжу. Ļoti bieži. Ездим очень часто с женой. Kaut kur braucu, mēs ar sievu ļoti bieži kaut kur braucam. Šodien mēs esam Liepājā. На прошлой неделе мы были в Риге. Pagājušo nedēļu mēs bijām Rīgā. На следующей неделе в Эстонию. Nākošu nedēļu būsim Igaunijā. Потом в Ригу опять. Мы не из Риги, да? Atkal Rīgā, un mēs neesam no Rīgas. Рядом живем, но все равно. Blakus dzīvojam, bet vienalga. Да? Vienmēr kaut kur ir jādodas, jābrauc. Иногда в Аргентину тоже. Не так часто, конечно. Ir arī cilvēks uz Argentīnu, ne tik bieži. И когда мы возвращаемся домой, un kad mēs atgriežamies mājās, мы говорим, ай, дом, милый дом. Mēs sakām, mājas, mīļās mājas. Да? Ja. Потому что дома хорошо. Tāpēc, kad mājās ir labi. Когда ты дома, ты не чужой. Kad tu esi mājās, tad tu tur neesi svešinieks. Svešs tu neesi. Твой дом имеет определенный запах. Tavās mājās ir noteikta šī smarža. Может быть, кому-то неприятно, но тебе приятно. Ну, кадам, может быть, непотикам, но тебе они потикам. Я помню, когда я был маленьким. Es atceros, kad es biju maziņš. Я за это, закрытыми глазами. Es ar aizvērtām acīm. Я мог сказать, где я. Es varēju pateikt, kur es atrodos. Я у бабушки. Vai nu es esmu mājās vai pie vecmāmiņas, bet labā ziņā. Там был такой приятный запах. Tur bija tāds patīkams smaržs tur bija. Согласитесь, каждый дом есть свой определённый запах, да? Katram namam ir savu šī smarža. Tvoja kravāte. Tava gulta. Doma tvoja, tam ir tvoja kravāte. Tur ir tava gulta. Tvoja tualete. Tava tualete. Nu tak jest. Nu tā tas ir. Tam tevi udobno. Tur tev ir ērti. V gastjah хорошо. Ciemos ir labi. Но дома лучше. Bet mājās ir labāk. Нет лучшего места, чем дома. Nav labākas vietas par mājām. Ты думал, что это только тебе нравится быть дома? Tu domā, ka tev tikai patīk būt mājās. Tvojai dušē тоже нравится быть дома. Tavai dvēselai arī patīk būt mājās. Она ищет дом. Un viņa meklē mājas. Где наша душа чувствует себя дома? Kur mūsu dvēseli jūtās kā mājās? Давайте откроем Библию. Atversim Bībeli. Ещё чуть-чуть. Vēl nedaudz. Посмотрим здесь. Евангелие от Луки. Лукс Евангелис. 15 глава. 15 нодаль. С 4 по 6 стих. No 4 līdz 6 pantam. Прочитаем на латышском. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 auju, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tūkstnesī un nedodas pakaļ pazudušai. Līdz to atrodu. Un atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies. Un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecēties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Наша душа чувствует себя дома там, где Бог. Mūsu dvēseli jūtas kā mājās tajā vietā, kur ir Dievs. Мы находим стабильность, безопасность. Jo tur mēs atrodam šo stabilitāti, šo drošību. Когда находимся в руках Божьих. Kad mēs atrodamies Dieva rokās. В руках того, кто больше наших душ и наших проблем. Tā rokās, kas ir lielāks par mūsu problēmām. Может быть, твоя душа вращается вокруг не того, кого надо. Varbūt tavu dvēseli atrodas tajās rokās, kurās nevajadzētu. Настолько, что у неё голова закружилась, да? Tik ļoti, ka viņai varbūt pat galva sagriezusies. Часто она теряется. Bieži viņa kaut kur apmaldās pazūda. И не знает, как вернуться домой. Un nezin, kā atgriezties atpakaļ mājās. На самом деле наша душа как овца. Jo patiesībā mūsu dvēseli kā avis. Сама не знает, куда идти. Viņa pati nezin, kur iet. Она не знает, где путь домой.
Viņa nezina, kur ir ceļš uz mājām. Ей нужна постоянная помощь. Viņai vajadzīga pastāvīga palīdzība. И когда наша душа находится в шторме, un kad mūsu dvēsele atrodas vētrā, вся наша жизнь тоже находится в шторме. Tad visa mūsu dzīve atrodas vētrā. Поэтому, если кто-то сегодня чувствует, что у его души сокружилась голова, Tāpēc, ja kāds šodien jūtas, ka viņa dvēselē ir tā kā sagriezusies galva, или понимая, что душа вращается не вокруг Бога, un saprot, ka šī dvēsele tā neriņķo apkārt Dievam, если сегодня кто-то здесь слышит голос Божий, un ja kāds šodien šeit dzird Dievu balsi, говорящий, kur saka, пора домой, ir laiks atgriezties mājās, как моя мама, да? Tā kā man mamma, tu еще не поздно, tad vēl nav par vēlu. Дверь открыта. Durvis ir atvērtas. Бог ждёт нас. Un Dievs gaida mūs. Есть хорошие новости. Ir labas ziņas. Дверь открыта. Durvis ir vaļā un Dievs gaida. Знаете, овца не чувствовала себя дома только тогда, когда она пришла домой. Avis nejūtās mājās tajā brīdī, kad viņas ir atgriezušās mājās. Она чувствовала себя дома, как только она оказалась в руках пастуха. Viņa jūtās mājās tajā brīdī, kad viņa sajūtās, kad ir šī gāna rokās. Как только твоя душа почувствует сегодня объятия Бога, kad, šo raz, как только твоя душа, kad tava dvēsela почувствует сегодня, да? Sajūtīs objātie Boga. Šīs rokas, Dieva rokas, kas apmēr tev. Tu sapratīsi, ka tu esi mājās. Нет лучшего места. Nav labākas vietas, чем когда твоя душа может сказать дом, милый дом. Kad tava dvēsele var teikt mājas, mīlās mājas. И это происходит только тогда. Un tas notiek tikai tad, когда она находится в руках Божьих. Kad viņa atrodas Dieva rokās. Как у твоей души дела? Kā jūtas, kā klājas tavai dvēselei?